Павел Гейм Чаннел. Мы начнем тогда третью главу. Голова. Полмесяца спустя. Спустя спрошу интерлюдии. Наверное. В Нордкрике неспокойные времена. Как и ожидал, Вольф Стэн, приверженцы Бурана, утомленные после войны с нежитью, не способны оказать серьезного сопротивления берсеркам. По его приказу Урсула, вот как ее звали, вместе с другими совершает скрытые вылазки и нападения на врагов. И каждая жизнь, которую он отбирает во имя клана, лишь сильнее оправдывает данное прозвище. Опять надо автору все красоты ландшафта показать. Ну ладно, хотя бы на фоне вон что-то двигается. Но я тут определенно Урсулу не вижу. А, кстати, я облачат в доспехе? Или она такой голый будет бегать? Проклятая пурга! Небольшой привал, парни! А, это другие. А, ну ладно, берсерки вон все полуголые. Уже скорая застава, на которой дождет хмельное пиво и горячее мясо. Ждем, не дождемся. Эй, Тори, а ты слышал про дикарку, который судачит в последнее время? Что? И вы туда же? Сколько можно мерить байкам про злющую бабу с горящими глазами? Ребята, вы не можете идти и болтать? Обязательно надо встать? Ты его без огня не бывает. Из тех парней, что выжили недавно, многие подмечали, что надо было среди берсерков и резал наших... Лево направо, наверное, да? Хватит этой болтовни, доберемся до таверны и там будете травить байки. А пока что переводите дыхание. Привал, типа, видимо, устроили. Эй, парни! Глядите, что это там? Окей, берсерки устроили засаду, но мне кажется, из-за виза выходить это не их стиль абсолютно. Окей, засады, но это же берсерки, грубая сила туда-сюда. Ну, не кажется мне, что засада это их прям такой конек какой-то. Я имею в виду в плане фокусов всяких. Так значит, сущи оказались правдой. Ты есть оловосая шельма, которая болтает. Это ж сколько из вас избежали моих лезвий, что слухи обо мне разлетелись так стремительно. Трусы улепетывают довольно быстро. А где у нее глаза тыкарят? Мы знаем, что в этой местности у вас есть заставы и поселения. Где они? Отвечай живо! Делай, что хочешь, что я не запятаю свою честь предательством. Возможно, ты забудешь про свою честь, если почувствуешь смерть слишком близко. Советую быть с нами посговорчивее, иначе тебя постигнет та же участь. Жили без страха и умерли без страха. Буран даст им по заслугам. Ты достойный воин своего клана. Но для нас ты бесполезен. Не надоело сидеть в засаде. Если мы хотим нанести упреждающий удар, нужно как можно скорее обнаружить их стоянки. А чё, даже звука удара не было? Двигались они к северу. Стало быть, туда и дорога. Не проверим, не узнаем. Наверняка будут и другие отряды. Так что хватит попусту тратить время. Решено. Разведаем местность и узнаем, где они прячутся. Так, нам дали отряд. Карта, по-моему, чуть больше, чем предыдущая глава. Бродя через Хинтридар, Русула могла получить некоторые изменения в характеристиках, но в то же время она открыла в себе новые способности. В характеристиках изменения получить. Ну, по крайней мере, что-то мы перенесли из предыдущей главы.
Так, давайте прикинем. Первый скилл такой же, второй у нас защищает ее от магии. Ежесекунду наносит летающим противникам на количество 7-50 единиц урона. Угу. Так, обуревает страх. Тавинные пары, как я понимаю. Интересно. Так, у нас холдеры появились. Клановый орнамент. Уменьшение урона на всем воинам в дальнем бою на 25%, с помощью магии на 35%. Окей. Еще у нас есть заостренные тиса киберсерка. Они увеличивают силу атаки на 5 единиц, уменьшают скорость атаки врага. А как ее уменьшают конкретно? При каждой атаке или он просто видит... О, это же великие топоры-близнецы! Все, у меня уменьшена скорость атаки. Так что ли? Так, здесь еще оскорбление, это танки. Скоро драться-то. Не понял, кого ты здесь? Как можно? Не задерживайся! Так, что по квестам? Тут 3 квеста всего, один дополнительный. Карта большая, опять мало как контента. Скажешь. Это не сложно. Я не зря училась. Эй, Ирсула, а что там насчет старика, которого ты разыскивала? Он нашелся? Нет, Тургидар исчез, и никто о нем не услышал уже долгое время. Чё так медленно? Блин, 4,5 месяца прошло, а уже какие-то непонятные имена, о чем вообще говорят, твердят непонятно. А куда я дену? Скоро драться-то. Здесь. Послушаем фразы. Ну и чего мы ждем? Троллиной свадьбы. Погода-то хорошая, а в пузе бурчит. Сожрать бы чего-нибудь или кого-нибудь. Ух, ладрыга, подраться бы, сразу бы согреться. По такой погодке еще и топать куда-то. Сейчас бы подобраться на глотку кому-нибудь перерезать. Темнота для такого дела самое оно. А куда я денусь? Чё, я и так устал. Не понял, кого пить-то? Чё так медленно? Эх, тоска, морду набить и то некому. Слишком уж тихо тут, не к добру это. Куда торопимся? Посидеть бы, пивка попить. А где это? Кого? Слушайте, а где у него на портрете рот? Он просто лицом двигается, но я вижу, чтобы губы двигались. Да, я понимаю, что у него густейшая борода и усы, но видно же, что это должно быть. Чё? Я и так устал. Эй, давай живенько! Не волнуйся, я не отстану. Лады, пошли прогуляемся. Как скажешь. Ясно. Что тут есть? Ясно. Что тут есть? Ну, вряд ли автор это сам делал озвучку, наверняка откуда-то взял, она такая, ну, сносная, что прикольная. Как скажешь. Я не имею в виду, что актеры плохо озвучили, нормально это сделали, видно, что работали профессиональные. Как скажешь. Но такого чего-то запоминающегося я тут не вижу, конечно. Как скажешь. Ну давайте парящий ореол попробуем, надо изучать новые скиллы. Не волнуйся, я не отстану. Ну, это точно не 7 секунд длилось. Хвала Элкибу. Я уже думал, придется сражаться с ними одному. Вам тут лекарь не нужен? Могу подсобить в качестве благодарности. Ты нам вполне пригодишься. Держись рядом. Интересно. А, есть же специально отдельная функция для спасения юнита, чтобы пометить, что вот он перешел под твой контроль. Даже звук там соответствующий. Ясно. Автор просто поменял ему владельца. А как он вообще тут оказался среди волков, которые спят и при этом за баррикадами? Это, конечно, история умалчивая, да. Ну, точно не 7 секунд длится, и плюс она в этот момент атаковать не может. Понял. Это не сложно. Ну, урон вроде неплохой. Ясно. Что тут есть? В толпу залетаешь и прожимаешь. Ясно. Как скажешь. Ясно. Не волнуйся, я так, ну опыта теперь хотя это бы побольше сложно. Дают. Как скажешь. Это не сложно. Не задерживайся. Ясно. И на том спасибо. Что тут есть? Ясно.
Гляди-ка, еще гномы. Может, в этот раз будет веселее? Блин, они даже жалко скиллы тратить, потому что они рассыпаются довольно быстро. Не волнуйся, я не отстану. Небольшая стоянка дозорного. Возможно, тролли пришли с юга и застали его врасплох. Это нам на руку. Это несложно. Как скажешь. Так, ну значит, надо сюда сходить, наверное. Что тут есть? Ясно. Это несложно. Я не зря училась. Теперь, используя кромсающий шкаф, сражаясь со стащедовыми врагами, Урсо может устроить кровавую баню, если подгадает правильный момент. Это несложно. Как понять, что такое что кровавая есть? Баня? Уничтожу. И как понять, какой этот момент она должна подгадать? Здорово. Нехитрым подсчетом 7 на 50 это 350. Что тут есть? Точно не нанесла она столько урона. Ну 200 может быть от силы. Где-то. Да нет, 150. Потому что у тролля осталось... 90 хп с лишним. Я не зря училась. Не волнуйся, я не отстану. Так, ну, нам дают уничтожать здание, правда, особо это резона не нет, наверное. Как скажешь. Чё так медленно? Не понял. Что тут есть? Некуда. И как ты туда попал, чел? Что тут есть? Интересно. Так. Копье выбросим, возьмем эликсир. Это несложно. Ясно. Как скажешь. Что тут есть? Как скажешь. Тупик. Что тут есть? Это несложно. Ну пока все ультра дупер ультра просто. Что тут есть? Ясно. Экстра просто. Я не зря училась. Что тут есть? Не задерживайся. Так, наверное, здесь сохранимся. Ясно. Это несложно. Ясно. Прочь от седого убийцы! Вам здесь не рады! Сиди и плащи. Что здесь забыла полуденная кузня? Это не ваше дело, не вмешивайтесь. Не тебе рассуждать о наших делах, девчонка. Забирай своих головорезов и уходи. Так. Я не зря училась. Интересно. Как скажешь. Нифига. Не волнуйся, я не отстану. Урсула, блин, все на себя взяла. Что тут есть? Не задерживайся. А все потому, что долбанный мост они пройти не могли. А че такой крепкий шатер? Потому что автор просто на основе фермы его сделал. Все просто. Лекарю надо держаться позади, он вперед рвется. Я не зря училась. Не задерживайся. Это несложно. Ясно. Интересно. Так. Тингаману 10 штук. Как скажешь. Уничтожу. Не задерживайся! Тревога! Берсерки наступают! Не волнуйся, я не отстану! Лучше проваливай и молись своему Урану! Эти земли будут нашими! Это несложно! Не задерживайся! Не волнуйся, я не отстану! Так, перебейте всех. Как скажешь. Спасай. Короче, из контекста я могу лишь понять, что какой-то вы... Я не зря училась. Утихомирь свою ярость. Не волнуйся, я не отстану.
Скоро драться, душновато здесь. Не задерживайся. Это несложно. И чё? Ясно. Какой резон был так делать? Как скажешь. Я не зря учусь. А, опять невидимые стены. Ну ладно. Как скажешь. Это несложно. Не задерживайся. Интересно. Не задерживайся. Так, ну тут прям полноценное поселение. Как скажешь. Я не зря училась. Не задерживайся. Это несложно. Что тут есть? Я не зря училась. Не задерживайся. Не волнуйся, я не отстану. Я не зря училась. Так. Уничтожь. Я. Не задерживайся. Давайте-ка. Это несложно. Сократим шанс противнику, а то толпа на толпу. И такое чувство, будто немного перевес идет в их сторону. Не задерживайся. Старый дворф, а че он воюет-то? Так. Интересно. Блин, а где эти тингаманы? Не волнуйся, я не отстану. Чтобы много прям. Скоро драться, скучновато здесь. Я не зря училась. Как скажешь. Ясно. Как скажешь. Так, отвали от моего. Не волнуйся, я не отстану. Это несложно. Скоро драться. Не задерживайся. Я не зря учусь. Не волнуйся, я не отстану. Скоро так. Не задерживайся. Да ты задолбал, стой тут. Эй, товарищка. Нет, нет, нет. Скоро так. Офигеть. Так, мы что, двоих хельдеров потеряли? У них даже звуков смерти не было толком, чтобы понять это. Интересно. Я не зря училась. Интересно. Да блин, их реально надо по одному вот так вот выдергивать и убивать. Я не зря училась. Это несложно. Ни за что не поверишь, что вот такой вот маленький отрядец в соло разнесет целое поселение. Как скажешь. Какими бы они суперсильными и агрессивными не были. Это не сложно. Как жар паутиной кузни поможет Бурану очиститься от такого отребия, как вы. Что тут есть? Ваш жар подобен тлеющим углям, на которых я станцую. Автор даже не победил баф. Не задерживай. Дебаф, точнее. Ясно. Это не сложно. Оставил. Ясно. Винные пары. Как же ему фиолетово на свое детище, а? О, гоблинская мина. Это буквально ловушки. Интересно. Я... Не задерживайся. Это несложно. Не волнуйся, я не отстану. Так, ну, в целом остались какие-то рандомные работнички. Я не зря училась. Что тут есть? Интересно. Не задерживайся. Спасай свою шкуру. И я не зря учусь. О, лечебный эликсир, это хорошо. Что ж, мультик. Кто это? Что-то не похоже на устрашающего духа ветров и морозов, ветров. Или же эти собаки поклоняются кому-то еще? Бьюсь об заклад, умер какой-то жалкой смертью. И монументы мы воздвигли из жалости. Этого воина звали Дронвар Бурерожденный. После войны некромантов он отдал жизнь за то, чтобы дворфы раз докладов забыли о распрях и смели остатки нежити.
И все такое. И оберут достойно. Без малейшего страха, сохранив достоинственную честь, хотя вряд ли таким, как ты, известны эти качества. Заткнись уже, старик, иначе я тебе язык вырву. Откуда они здесь? Вульфстон говорил, что на этой местности расположены лишь военные лагеря. Они прятались по домам во время битвы. Неважно. Пустим их расход, как и остальных, и дело с концом. Нет. Вы их не тронете. Взор! С чего бы нам позволять им жить? Затем, что живые они еще могут там пригодиться. Мы никогда не берем пленных, Урсула. Или ты забыла? Ну, значит, возьмем. Все. Это вы забыли, кого Вольфстен оставил во главе. Я сказала, что они будут жить. А значит, рты на замок. И присматривать за ними. Черт с тобой. В этот раз сделаем по-твоему. Но не советую говорить с тобой больше в таком тоне. То, что ты любимица Вольфстена, ничего не значит. Вообще не в ее стиле, конечно, это было. Она же вроде такая грубиянка вся дофига из себя. Что тут есть? Кстати, там фоном вот эти наши ребята вот здесь стояли во время ролика. Как скажешь. Автор их даже не скрыл. Это несложно. Ясно. Как скажешь. Типа, она поперла вновь против своего клана. До этого она всем грубила, нарывалась и ни капли не огребала за это. И теперь ей вновь все сошло с рук. Я же говорю, это Мэри Сью. Что тут есть? Че, пошли на север тогда уж. Это не сложно. Че, я и так устал. Не волнуйся, я не отстану. Я не зря училась. Ясно. Нет, что за момент ты должен подгадать? Это не сложно. Что тут есть? Ясно. Как скажешь. Не волнуйся, я не отстану. Идите вперед. Интересно. Ну, скорость передвижения что ли быстрее? Ясно. Так, это какой-то... Как что аванпост, походу, поэтому пойдем налево. Не задерживайся. Это несложно. Надеюсь, выцепить что-то тут. Я не зря а, тут тоже аванпост. Интересно. Ладно. Как скажешь. Умри, сволочь. Это несложно. Алло, чел, ты будешь атаковать? Стоит, уперся в костер. Черт возьми, тролли-то берсерки, час от часу не легче. Так скорее же, воспользуйся шансом. Не задерживайся. Умри, сволочь. Это несложно. Что тут есть? Интересно. Не волнуйся, я не отстану. Я не зря училась. Не задерживайся. Интересно. Спасай свою шкуру. Как скажешь. Некуда класть. Ну, еще лечебный эликсир. Эй, давай, не задерживайся. Берем. Это несложно. Что тут есть? Ясно. Что тут есть? Как скажешь. Это несложно. А что тут у нас есть? Тролли? Интересно. Не волнуйся, я не отстану. Я... Эй, давай живенько. Не задерживайся. Это несложно. Ясно. Не волнуйся, я не отстану. Это несложно. Пустая клетка, опять ковыряем здание, ибо это действительно увлекательный геймплей уровня Re-Reforged.
Что бы мне такого выкинуть, а? Как скажешь. Это несложно. Не задерживайся. Вот, топоры бы взять. Как скажешь. Что тут есть? Я... Резон есть. Как скажешь. Не волнуйся, я не отстану. В кои-то веки дают таскать вообще инвентарь с предметами. Это не сложно. А ну сдавайся, мерзавка, и тогда, может быть, я тебя пощажу. Это не сложно. Слишком много бравады для того, кто оказался в клетке. Целое поселение троллей получили за это аж целую книгу мудрости. Ух ты. Крутяк, крутяк. Это не сложно. Блин. Это кого вообще, конечно, пустырь долбанный. Какой-то скажешь. Ходим по заснеженной пустыне. Это не сложно. Иногда встречаем каких-то дворфов. Что тут есть? Мочим их зачем-то. Как скажешь. Это несложно. Что тут есть? Так, здесь как ставерка, скажешь. Я не хочу под ней драться. Здесь не пройдет. Не волнуйся, я не отстану. Интересно. Что тут есть? Не волнуйся, я не отстану. Интересно. Так, ну это качаем. Правда, какое-то странное изменение в плане урона. Я не зря училась. Интересно, работает ли на здание? Интересно. Ясно. Не волнуйся, я не отстану. Эти щиты качнули. Так, а где, у них даже не было второй уровень атаки? Ясно. Инновации в сфере геймплея, постепенное изменение грейдов. Я не зря училась. Блин, я не могу выделить ящик из этого шатра. Это не сложно. А, в них пусто все равно. Не задерживайся. Копье. Класс. Как скажешь. Не, автору определенно стоило сделать какую-нибудь способность к книжкам, которую можно было бы запихивать все эти расходники. Их очень много по ей, в течение трех глав было. Но их некуда сувать буквально. Как скажешь. Интересно. Я не зря училась. Что тут один останусь. А куда я? Не волнуйся, я не отстану. А чё капсом написано? Он вроде не орал особо. Такое чувство, будто больше, чем 125 урона. Что тут есть? Ясно. Что тут есть? А что на мини-карте отмечено, будто есть это здание? Что тут есть? Вам здесь не рады! Улепетывайте отсюда, да побыстрее! Бессмысленные угрозы. Прогони, если сможешь. Постепенно все новых и новых встречаем этих
Кингоманнов. Интересно. Ясно. Что тут есть? Ясно. Я не зря училась. Как скажешь. Ясно. Это несложно. Так, источник магии. Ясно. Ну, тут Скару ману подрегенить. Не задерживайся. Зря прожимал эликсир от Булмазюку оставить. Ну кто же знал, что тут, блин, через шаг будет источник магии. Вообще ничего этого не предвещало, конечно. Не волнуйся, я не отстану. Как скажешь. Я так понимаю, наш топник, по сути, все по пути практически встретится. Ну, хотя это развилка, конечно, была. Это несложно. Что тут есть? Это несложно. Так. Как скажешь. Надо выманить. Что тут есть? Как скажешь. Что тут есть? Как скажешь. Интересно. Блин, он жирный. Куча брони, куча урона. И куча хп. Что тут есть? Так, идите не сюда. Волнуйся, а у этих все-таки второго скажешь. Уровня. Ненавижу порталы. Никогда не знаешь, что тебя ожидает по ту сторону. О, ведьмака тестируем теперь. Так тут три башни. Не задерживайся. Так, ну мы уже больше половины главы где-то прошли, я думаю. Блин, автор прям в углу добавил. Умри, сволочь. Так, копье. Не задерживайся. Это несложно. Как скажешь. Кинем его. Это несложно. Что тут есть? Я не зря училась. Это я... они! Бей их! Это несложно. Что тут есть? Так. Интересно. Это те самые бочки, у которых бесконечное хп? И в чем резон? Спасай свою шкуру! Не задерживайся! Как скажешь. Умри, сволочь! Это несложно. Уничтожь его. Спасай свою шкуру. Ну да. А в чем прикол? Ясно. Как скажешь. Эй, давай живенько! Я не зря ушел. Что тут есть? Спай. Если бы они уничтожались, это тогда понятно, кинул издалека топорики этих берсерков, пускарлов и все. Но в чем прикол ставить бочки что под башнями? Ясно. Что тут есть? Какое-то прям, ну, очень логичное ясно. Решение. Это не сложно. Не волнуйся, я не отстану. Я не зря училась. Так, четвертый уровень. Это максимум, который нам сейчас может дать игра. Ясно. Не волнуйся, я не отстану. Как скажешь. Это несложно. Умри, сволочь. Да блин, даже с врагами неинтересно драться. Совсем. Ясно. Я не зря училась. Они либо просто тупо жирные и скучные, ясно. Ну, либо мелкие ясно. И вялые. Снова портал. Тем временем напоминаю, что у нас еще остаются вот эти это пацаны в количестве пяти штук. Не волнуйся, я не
Блин, Суток Возрождения, хоть мы целым и живехоньки, но я прожму. Считайте, как руна Возрождения. Как скажешь. Ой-ё. Так, пацаны. Как скажешь. Мой отец сложил голову, сражаясь с подобными тебе. Пора вернуть этот долг. Я помогу тебе воссоединиться с твоим отцом. Что тут есть? Ну-ка, пацаны. Это не сложно. Не задерживайся. Я не зря училась. Не волнуйся, я не отстану. Как скажешь. Так, иди сюда. Это не сложно. Интересно. Как скажешь. Уничтожь. Алло, идите в портал. Еще одна руна Возрождения. Как скажешь. Это не сложно. Что тут есть? Скоро драться. А куда я? Я не зря училась. Это не сложно. Не волнуйся, просто какие-то рандомные фразы из своего пула проговаривают зачем-то. Ясно. Я не зря училась. Как скажешь. Интересно. Что тут есть? Так. Это не сложно. Клетка. Ясно. Что тут? Братцы, синие борды атакуют! К оружию, скорее! Перебейте всех снова. Гениально! Я не зря училась. Так, ребят, вас многовато будет. Интересно. Скоро драться. Я не зря училась. Интересно. Не волнуйся, я не отстану. Скоро драться. Я не зря училась. Интересно. Как скажешь. Не задерживайся. Что тут есть? Ну, давай подхиляться. Как скажешь. Ой-ё. Я не зря училась. Интересно. Да как ты заколебала, прожимай. Я не зря. Ну класс, уже, конечно, поздно. Так, здесь что какой-то портальчик. Ясно. Как скажешь. Ну, нам, видимо, сначала надо поселение зачистить. Но почему-то мы все равно можем пройти через портал. Я не отстану. Что тут есть? Это предположение, конечно. Ясно. Не задерживайся. Эй, давай, чё? Я и так устал. Интересно. Я не зря училась. Даже он пришел драться, лол. А в чем резон ему 1-2 единицы атаки давать? До этого вроде не нападали они, а сейчас вдруг решили напасть. Блин, у меня же есть топоры тролли, че я их не использую? Не волнуйся, забыл вообще про них. Не задерживайся. На нас напали. Как скажешь. Ясно. Что тут есть? Так, судя по ауре, где-то рядом есть этот тингаман. Тингаман. Ну да, тингаман. Правильно. Вам, берсеркам, вечно мало крови. Но однажды вы ею захлебнетесь. Войны, подобные тебе, наверняка пролили крови не меньше. Так что обойдись без нравоучений. Нет, нет. Тварь. А пофиг. Мы уже где-то к концу главы движемся. Это не сложно. Как скажешь. Да блин, что вы такие жирные? Нафига такой огромный размер автор сделаем? Они нигде пройти нормально не могут. Интересно.
что тут есть? Как скажешь. Не понял. Это лихая неумытая. Не задерживайся. Ого. Да куда я еду? Понятно. Скоро драться. Я не зря училась. А, поэтому они такие живехонькие. Потому что за счет пассивки очень мало урона получают от башен, да еще и средняя броня к тому же. Комбо такое. Эй, Урсула, а с этими-то что? Что за... Снова? Мне казалось, нас отправили сражаться с воинами. Откуда здесь столько мирных? Так это правда. До меня дошли странные слухи. А. Ты чё, Гаритас, что ли? Я не ожидал тебя здесь увидеть. Ты пришел лично, чтобы... Чтобы убедиться, что мы в тебе не ошиблись. Отчего ты колеблешься и не добиваешь эту челядь? Они твои враги. Быстро же тебе растрепали. Да, действительно, я не вижу смысла в том, чтобы убивать невинных. Их смерть не принесет мне славы. Речь идет не о твоей славе. Речь идет о полном уничтожении врага. И сейчас ты перечишь воле клана. Но Вульфстен, а как же путь великого Рагнара? Разве он не считал ниже своего достоинства сражаться с слабаками и намеренно выбирая себе противники достойных? Ты не Рагнар. Не сравнивай себя с ним. Я все еще не могу понять, это твоя мягкотелость или нежелание следовать воле клана. Клан совершает ошибку. Мы можем использовать заложников, чтобы получить то, что нам нужно. Золото, территория или что-то еще, что нам поможет укрепить наши позиции в Нордкриге. Хоть и мне и не понравился такой подход, но логика в твоих словах есть. Зачем ты отвел меня в сторону? Что есть такого, чего ты не хочешь обсуждать при воинах? Не хочу лишний раз заговорить при воинах, что ты, возможно, права. И мы сможем извлечь выгоду, оставив в живых несколько заложников. И у меня есть же мысль о том, что мы можем потребовать в обмен на их жалкие жизни. Это интересно. Я слушаю. У приверженцев Бурана хранится особый перстень. Эта регалия очень ценна. Я хочу завладеть ей. Обменять столько заложников на какое-то кольцо. По мне, так не самая здравая мысль. Ну, допустим. И где они его держат? Нигде. А у кого? Их проклятый Яру всегда носит его при себе. И поверь, оно стоит того. Если это действительно так важно, я займусь этим. Ты хочешь устроить обмен? Что-то вроде этого. Ты направишься к ним в лагерь? Причем одна, и скажут, что если они хотят спасти выживших, то проведут обмен. Их лагерь я отыщу. Но с чего ты взял, что Яру сейчас там? Он там. Я знаю. Вульфстен, подожди. Я снова хочу спросить. Возможно, появились какие-то новости о... Опять Тюргинар. Урсула, мне нечем тебя обнадежить. Его никто не видел уже долгое время.
Возможно, пора смириться с тем, что Нордкрик мог его забрать. Зачем он так сильно тебе понадобился? Просто я сильно переживаю. Он был мне далеко не чужим. Ну ладно. Но все равно не стоит подолгу забивать голову этим. Сосредоточься на том, что сейчас важно клану. Как будто это не важно. Прикол, сейчас мы не можем вернуться в деревню, соответственно, мы не можем пройти через портал и посмотреть, что не там. Волнуйся, а, мы я можем. Не это не сложно. Ну окей, давайте пойдем посмотрим, что в портале. Как скажешь. О, лавка гоблина. И опять автор ничего не победил, лоу. Это не сложно. Ну, максимум, что я могу, наверное, выкинуть, это топор троллей. Ясно. Что тут есть? Блин, я пока не хочу фаст-сейв вязать. Квик-сейв. Надо сохранение отдельное сделать. Пускай оно будет. Как скажешь. Интересно. Что тут есть? Как скажешь. Куда ведет этот портал? Что тут есть? Не волнуйся. Конечно, я тут еще и в одиночку буду сражаться. Это не сколько ни живи! Вечно война! Уходи отсюда, Лавласа! Добро в это не кончится! Я не могу дать Собина! Клан не терпит слабых! Уничтожь. Взрывайся! Руна исцеления круто. Интересно. Блин, надо было сюда столпы врываться. Теперь целый год буду ковырять это. Не волнуйся, я не отстану. Так, как я понимаю, по зданиям все-таки работает. Ладно, квиксей. Умри, сволочь. Уничтожь. Понял, не работает. А чего тогда урон там получен? Не будем тратить ману понапрасну. Буквально ни о чем урон от башни, конечно. Интересно. Не задерживайся. О, боже мой. Как же круто и долго это ковырять, а. Вот здесь, я так понимаю, ничего нет. Здесь небольшой тупичок с волчарами. Ну и видно, что дальше уже вода, и особо никуда не уйдешь. Не волнуйся, я не отстану. Что тут есть? Это не сложно. Что тут есть? Ясно. Это не сложно. Как скажешь. Умри, сволочь. Ясно. Это не сложно. Как скажешь. Ну, хотя бы в соло получилось зачистить. Ясно. Что тут есть? Ясно. Как скажешь. Так, здесь ужасные могучие огры. Черт, у меня нет возможности копье взять и топор. Так бы прожал на двух огров. Это не сложно. Я не зря училась. Как скажешь. Я не задерживайся. Спасай свою шкуру. И я не зря училась. Жалко на них скиллы тратить, а. Интересно. Что тут есть? Это не сложно. Ох, напрасно ты мою
клеть вскрыла Шельба. Кого другого я бы поблагодарил, не то, но только не тебя. Мои собратья требуют отомщения. Так скорее же, воспользуйся своим шансом. Я не зря училась. Не волнуйся, я не отстану. Спасай свою шкуру. Ну, остался где-то один. А, мы можем еще сюда сходить. Так, я, наверное, сначала пойду в лавки гоблина закуплюсь все-таки, а потом уже можно в правый верхний угол. Что тут есть? Это несложно. Какой-то след медведя. Здравствуй. Интересно. Ясно. Это несложно. Ясно. И, конечно же, описание обрезано предмета. Как скажешь. Что что-то мне подсказывает, что этот Тингаман их последний находится где-то здесь, наверное. Это не сложно. Тут просто пустырь. Что тут есть? Как скажешь. Это не сложно. Офигеть. Автор тролль, конечно. Это не сложно. Как скажешь. Потратил время, зря шел сюда. Ладно. Ясно. Можно было помазаться. Что в принципе. Тут есть? Это несложно. Ясно. Это несложно. Так, наверняка через мост у нас уже. Ну да, ожидает толпа троллей. Что тут есть? Можно пока похилиться. Так, прежде чем мы продолжим, возможно, заметили, что статы у меня немного поменялись. Дело в том, что вот здесь я пропустил книжку, я ее подобрал. Вообще, я ходил вот сюда, потому что здесь я пропустил сундук. Но, как оказалось, она его не может скрыть. Нужен ключ, который, не знаю, есть или нет. Но мне лень туда идти, озвучивать это все. Это несложно. Нет смысла. Это несложно. Давайте лучше троллями займемся. Я не зря училась. Не задерживайся. Ясно. Интересно. Которая, кстати, угрозы тебе представляет вообще никакую. Как скажешь. Ясно. Так, я не буду трогать эту хижину. Делать ей нечего, косарь ХП укрепленного ковырять. Это несложно. Некуда класть. Ясно. Это несложно. Ясно. Что тут есть? Пока прогуляемся тут. Как скажешь. Ясно. Это несложно. Умри, сволочь! Спасай свою шкуру! Я не зря училась. Что тут есть? Уничтожу! Спасай свою шкуру! Ясно. Что тут есть? Как скажешь. Ясно. Интересно. Блин, а какой резон мне сидеть этих крипов ковырять, если с них даже лут не падает? В смысле, даже опыта уже не получаем, но вот в чем прикол. Их нет резона бить в целом. Я не зря училась. Ясно. Да, даже ничего не упало. И причем однообразной группе уже который раз два обычных и один гигантский встречается. Автор вообще в оригинальность какую-то не может. Так, я хочу, чтобы все поближе как подошли. Скажешь. Спасай свою шкуру. Что тут есть? Ясно. Умри, сволочь. Спасай свою шкуру. Так, видимо, вот он наш Тингаман. Это последняя, умри, буквально клетка, которую, наверное, можно найти тут. Эти скоты просто замучили один гамана в клетке, не дав ему умереть смертью воина. Некуда класть. Есть? Не волнуйся, я не отстану. Сколько же с ними хлопот, а ну-ка, у него что-то выпало. Как скажешь. Ключ выпал. А что если использовать этот ключ на том сундуке? Прикол в том, что я в этом сейве еще к нему не подходил, а к какому сундуке конкретно она может говорить, хер его знает. Что тут есть? А, прямой дороги нет.
Ой, блин, это же бэктрекинг получается жесткий, да? Вот сюда. Ой, мамочки. Так, вот он этот сундучара. Что тут есть? Так, так. Ну и чем тут можно поживиться? Мне не взу... Да, поняли, что не взломает. Так, скоргоморские чингарки. Легкие, крайне удобные перчатки и очень ценятся среди берсерков. Лечу скорость боя до 10%. Это несложно. 10%. Это смешно. Короче, я всего тут повыбрасывал на всякий случай. Я думал, что там в сундуке куча мусора будет. Это несложно. Ну ладно, пускай будут, наверное. Это не сложно. 10% это все-таки 10% как-никак. Ну все, я так понимаю. Это уже финал. Сейчас будут болтать. Гляди, одна из них! Хватай! Стойте, я пришел с миром и хочу говорить с главным. Есть то, что может вас заинтересовать. Свяжите ее просто и бросьте куда-нибудь. Здесь что-то нечисто. Почему мы должны тебе верить? И мне вот тоже верится в это с трудом. Зачем пришла? Ты не яр приверженцев Бурана, ничего здесь не решаешь. Мое послание не для тебя. А ты небось надеялась, что он выйдет к тебе? Ты без охраны, и ты одним стремительным рывком доберешься до его горла. Если бы я хотел этого, я бы придумал что-то более хитрое и непредсказуемое. В общем так, у вашего Ярова есть кое-что, что нам нужно. И чтобы это получить, мы готовы отдать всех пледных и безоружных дворфов, захваченных нами. Пледы? Сколько? Что вы хотите в обед до них? Отвечай! Устроим мне встречу с Яровым, воин из Паудиной кузни, и тогда вы все узнаете. Черт бы тебя побрал. Жди здесь. События оборачиваются самым интересным образом. А ты кто такой? Местный бедив? Мне передали твои слова. Ты хотела меня видеть, воительница. Я здесь, чтобы тебя выслушать. Это странно. Ты кажешься мне таким знакомым. Никогда прежде еще не сталкивались с другими ярлами. Отчего ты прячешь лицо за таким массивным шлемом? В прошлом жизнь оставила на мне неприятные шрамы, и поэтому я не хочу, чтобы их кто-то видел. Не будем об этом. Лучше обозначь свои условия. Твои воины повадились звать меня Шельмой, так что тебе вполне хватит и этого. А пришел я с тем, чтобы предложить тебе обмен. Мы вернем ваших соклановцев, всех, если ты, Яру, согласишься отдать нам свой перстень. Менять пледных на какое-то кольцо? В чем подвох? Яру Годрик, это должно быть ловушка. Тот, кто направил тебя сюда, явно в курсе о перстне и его ценности. Чего не скажешь о тебе. Ты, наверное, считаешь это тратой времени. Отчасти. Я действительно не знаю, что такого особенного в твоем кольце. Однако мне и не понравилось, что в наших распрях полно невинных. Славу в этом для воина не сыщешь. Так значит, дело в славе и только в ней? А как же воинская честь? Честь. Честь? А что такое честь? Ее нельзя пить, ее нельзя есть, ею никак не согреться даже в самую лютую стужу. Но твои воины только и говорят об этом. Так что для меня это всего лишь слово, которое каждый может воспринимать по-своему. Своеобразная у тебя логика. И орнамент тоже. Эти эскизы, они что-то. Хватит. Мы попусту тратим время. Ты принимаешь условия? Будь по-вашему. Я принимаю ваши условия. Встретимся на северо-востоке завтра, чтобы свершить задуманное.
И еще, заруби себе на носу и Квану своему передай. Даже волос головы заложников упасть не должен. Урсула передала слова Ярлу своему Квану. Сутки спустя она отправляется на место встречи, чтобы удостовериться, что все пройдет как надо. До встречи осталось не так много времени. Это не должно быть далеко. Это еще не конец. Ну, конечно, автор не мог не заюзать кусочек карты, который там есть. Ясно. Это не сложно. Ладно, я надеюсь, это ненадолго. Не волнуйся, я не отстану. Умри, сволочь. Покончим с этим, завершим уже эту главу. Не задерживайся. Ну, оно чувствуется ясно. Прям какой-то затянутый слишком. Что тут есть? Это не сложно. Эта карта вроде тоже кажется не такой большой. Какой резон мне заходить сказать за крипами, как по мнению автора? Умри, сволочь! Это не сложно. Как скажешь. Это не сложно. Я не зря училась. Что тут так, есть? Надо, чтобы тролли сгруппировались. Это не сложно. Как скажешь. Это не сложно. Как скажешь. Да ты прожми уже, а? Что тут есть? Как скажешь. Уничтожь меня. Это не сложно. Не волнуйся, я не отстану. Ясно. Что тут есть? Интересно. Целую толпу троллей замочил. И чё? Не с этого. Это не сложно. Вообще даже лута, ничего. Не задерживайся. У меня нет никакой мотивации их убивать абсолютно. Как скажешь. О, книга мудрости. Ясно. Ну это я ковырять не буду, делать мне нечего. Что даже если есть? Там, блин, артефакт 999 уровня будет. Я не буду. Как я вообще скажешь. В этом не заинтересован. Это не сложно. Что тут есть? Ясно. Что тут есть? Ясно. Не волнуйся, я не отстану. Блин. Уничтожь меня. Что тут есть? Так, ну тут я, наверное, мину потрачу. Спасай свою шкуру. Не задерживайся. Я не зря училась. По идее, этих двоих она должна убить. Не волнуйся, я не отстану. Интересно. Так. Не волнуйся, я не отстану. Пойду-ка сбегаю за вторым топориком. Это не сложно. Если я хочу, что конечно, добить этого Виндиго. Что тут есть? Это не сложно. Возможно, и вторую мину на него придется убить. Что тут есть? Это не сложно. Ясно. Как скажешь. Что тут есть? Как скажешь. Что тут есть? Это не сложно. Что тут есть? Это не сложно. Ясно. Это не сложно. Уничтожь. Интересно. Что тут есть? Как скажешь. Так, иди спи. Не задерживайся. Черт, он быстрее есть? Меня. Интересно. Как скажешь. Это не сложно. Ясно. Не задерживайся. Что ж, это не книга силы. Ясно. Смешно. Что тут есть? Я не зря училась. Видимо, здесь когда-то было поселение, но из-за Умри, какой-то напасти сволочь. Его забросили. Что тут есть? Не задерживайся.
волнуйся. Капец, они страшные. Гуль. Интересно. Уничтожил. Блин, что, оно прям до самого конца будет идти, что ли, эта дорога? Ясно. Это несложно. Блин, автор, конечно, так стремится к хронометраж компании растянуть. Это жесть. Что тут есть? Как скажешь. Так. Это несложно. Здесь ничего нет. Что тут есть? Ну, я полагаю, мы пришли. Как скажешь. Это несложно. Скажите, пожалуйста, что это уже конец ролика и следующая глава. Я устал, я утомился от этой главы. В плохом смысле. Она такая скучная, такая нудная. Здраво будь, воительница. Воистину деяния твои радуют, Ташкуан. Захотела присутствовать? Здравствуй, Дратир. Да, мне захотелось увидеть, как Вольфстен будет вести разговор. Кстати говоря, я его не вижу. Почему? А в чем радует, если, блин, буквально ее соклонится, ей в лицо говорит, что им не нравится ее действие? Он прибудет несколько позже, так что сперва говорить буду я. Странно. Как по мне, ему это было нужно больше всех. Так разве он не должен всячески рваться сюда? Сейчас скажет Урсула в виде переговоры. Заканчивай свой бесполезный трёп. Вон они. Стань рядом. Всё-таки это ты устроила нам встречу. Это Яру Годрик. Мы спасены, Годрик, наш Яру. Узрите! Великий Яру почти удаст своим присутствием, а мы-то думали, ты не решишься рисковать собой ради кучки недотёп, угодивших в плен. В отличие от тебя, Дратир, мне важен каждый член моего клана, ведь только вы способны отправить молодую и наивную воительницу в одиночку договариваться о встрече с врагом. Если что-то случится, то не жаль потерять всего одного воина, верно? И, кстати, что-то я не вижу вашего предводителя. Где Эйдкрик? Я давно не слышу о нем. И удивлен условием, что он выстрелил. Помнится, мне он всегда был пунктуален. Как и кого мы посылаем, не твоего ума дело. А что касается Эйдкрика, то он уже в прошлом. Со время тишины между нами произошло множество перемен, о которых ты не в курсе. Это неудивительно. Вы всегда тщательно скрывали дела клана. Но я тоже взял на себя право быть головой. Из наиболее уважаемых воинов припоминаю только Стоика и Дольфтера. Ты вновь ошибся, Яру. Все эти воины давно мертвы. Формально блюсти и представлять интересы клана поручено Дратирам, пока наш избранник не примет на себя всю полноту власти. Поэтому тебе надлежит обращаться ко мне как к равному. С уважением. Что? Уважение? Да никто из вас здесь не достоин этого. Ваша хунта убила сотню ни в чем не повинных жителей. И за это мы никогда не перестанем бороться с вами. А ваш избранник не соизволил даже прийти на встречу. С чего бы это? Быть может, ему спокойнее прятаться за спинами своих дратиров, нежели вести разговор как мужчина, лицом к лицу. Не рви ты так себе глотку, Годрик. Вот он я. Прямо перед тобой. Нет, это не ты. Это не можешь быть ты. Чё он делает со своим лицом? Ведь ты же сгинул во льдах множество лет назад. Как бы тебе того не хотелось, я все-таки выжил. Чувствуешь это напряжение в воздухе? Оно так приятно щекочет нервы. Это не напряжение, это злость от того, что ты уверен, будто бы я тебя не искал. Днями и неделями читая следы, пока надежда не умерла окончательно. Сколько тебе помню, ты никогда не шел до конца, потому что ты всегда был слабым. От того, что я больше подобное не терплю. И именно поэтому теперь мы по разные стороны. И именно поэтому теперь ты мне больше не нужен, брат.
Что? Как так? Стало быть, все они знают о том, что ты предатель. Не все, но многие знают и прямо-таки жаждут садить топор тебе в голову. Стоит ли лишь пальцами щелкнуть. Так что лучше перейдем к делу. То, ради чего мы все здесь собрались. Отдай его мне, Годрик. Ты и той клад недостойный владеть им. Перстень олицетворяет собой благоволодие самого Бурана. Твой клан никогда это не признавал, поэтому он не станет орудием твоей воли. А вот это уже тебя не касаться не будет. Я починю его себе, можешь не сомневаться. А теперь покажи мне кольцо! Яру, Годрик, если это настолько важная вещь, нам не следует это отдавать. Мы должны попытаться найти другой выход. Я не могу рисковать жизнями моего народа. Сейчас другого выхода у меня просто нет. Мощь сурового Нортрика, запертая в кольце. Что может быть величественнее? Подбери слюни, немедленно освободи мой народ. Не спеши так, великий Яру. Сначала мы попросим мою верную воительницу принести мне перстень. Эксрабур, отойди, дай ей дорогу. Вперед, шельма! Чё? Ты совершаешь ошибку, дитя. Вокруг тебя ложь и обман. Я позволил твоей матери сберечь тебя не для того, чтобы ты служил гнусным целям. Где я? Что это за голос? Я что, умерла? Может, уже пора закончить эту главу? Что тут происходит? Моей силе не должно быть ни в тех руках. Не должно. Ложь, обман. Тебе предназначено иное. Приди себя, шельба. Небольшой выброс магии так сильно тебя подкосил? Не позорь нас! Неси сюда кольцо! Ой, да, несу я, несу. Черт возьми. Она его даже не подобрала. А? Наконец-то. Дай его сю... Ты получил, что хотел. Отпусти их всех. Они все равно тебе больше не нужны. Ах да, как я мог забыть. Твой народ, за который ты так безмерно переживаешь, что даже не знаю. Что скажешь, шельба? Я считаю, что Яру сделал все, что мог, что мы от него хотели. Эти пленные нам больше ни к чему. Можно их отпустить. Ну, раз ты так считаешь... А хотя... Знаешь, Годрик, мне вдруг стало любопытно, как там доживает наш старый приятель Дронвар? Что? Это здесь совершенно ни при чем! Не проходит и дня, Годрик, чтобы я не вспоминал о том, как он поступил со мной. Да все, блин, проваливайте уже! В тот день ты сам нарывался и не знал меры. А он, между прочим, неоднократно жалел о том, что совершил. И ты ничего не сделал, чтобы его остановить. А знаешь, Годрик, насколько это больно? Осознавать, что родной брат просто наблюдал за тем, как меня избивали и оставили без глаза. Вульфрик, брат, прошу тебя, мы все уладим.
И мне это чертовски хочется показать тебе эту боль. Вульфрик, нет! Меня зовут Вульфстад, и ты мне больше не брат! Нет! Бесчестные ублюдки, так и знал, к оружию, братья! Уходим. Нас здесь больше ничего не держит. Вульфри! Вернись, трус! Несколько минут спустя. Так уже можно завершить главу, алло! Ой, кошмар. Стойте, остановитесь! Нужно поговорить! Да сколько можно болтать? В чем дело? Ты нас задерживаешь. Не могла подождать? Ты серьезно не погибаешь? Убивать их не было уже никакой нужды. И более того, как долго ты собирался скрывать то, что ты и этот Яру братья? Ульфстен, или как там тебя? Похоже, что здесь обо всем этом знали, кроме меня. И как раз, что это была твоя личная вендетта, ты должен был остаться там и биться с ним, а не сбегать, как трус. Мне кажется, ты слишком часто позволяешь себе распускать язык. Со мной так говорить нельзя, Шельба. Я твой вождь и предводитель. Я глава Дорткрикских берсерков. Здесь только я решаю, кто и что должен. Если я о чем тебе не рассказал, значит тебе этого знать не обязательно. А сейчас стряхнись и не отставай. Пора возвращаться. Ну все, ясно, она предаст клан. Спойлер. Похоже, теперь ты лишена особого расположения. Я бы посоветовал тебе отныне почаще глядеть по сторонам. Да чтоб вас всех! Мне все-таки придется подтолкнуть ее. А че раньше ее не подтолкнул? Это же ты там голосок был из этой ледышки. О май гад, наконец-то, 1:18. Ну блин, это жесть. О, ну ладно, это, наверное, все-таки какой-то более прикольный эмоциональный момент. Но чувствовать, что ну явно он это сделает. Слишком это было предсказуемо. И то, что эта шельма Урсула предаст она, короче, клан, она пойдет своей дорогой. Такая добрячка вся дофига. Ну, это должно было вылиться в это, да. Ну, хоть какие-то последствия, во всяком случае, ее Марисьюшности наконец-таки будут. Что она против клана идет, и вот весь клан от нее отвернется. Но в итоге, конечно, она 100% уделает этого Вульфрика, Шмульфика. И все такие, о, Урсула наш вождь! Вождь от народа! Ладно, наконец-то это кончилось, конечно. Что ж, на этом мы, пожалуй, закончим. Третья глава только. Только третья эта глава. Это только половина всей кампании примерно. На сегодня все, смерти. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новенькие видосы на канале. Также можете подписаться на телегу, ссылка на которую есть в описании к этому и другим видео. Помимо видосов, выходящих с ютуба, там много разного интересного вкусного контента. Заходите, читайте, подписывайтесь, жду вас там. Ну а с вами был Павел Первый, смертные. Всем пока!